мусорное уравнение. Сегодня стало известно, что платить за вывоз отходов красноярцы все же будут одинаково, вне зависимости от того, где они проживают – на левом берегу, на правом или вообще в частном секторе. Единый тариф – 79 рублей и 74 копейки – утвердило профильное краевое министерство, пояснив, что ранее произошла некая техническая ошибка. Напомню, что изначально сумма для правобережья была на несколько рублей больше, чем для остальных горожан. Кроме того, Министерство экологии уравняло для жителей многоэтажек и частного сектора норматив на накопление мусора. Проще говоря, это среднее количество отходов, которое в месяц выбрасывает один человек. Изменения коснутся не только Красноярска, но и районов края. Но вот конкретные суммы будут определять уже на местах.